Всем привет! Давно хотел уже начать записывать свои блоги по поводу шашлыков, ну, и еды на углях и вообще, как шеф-повар. Все откладывалось это в долгий ящик, короче. Но пришло время, и я решил заняться этим делом. Сейчас вы видите шейный карбонат, куриное филе и шашлык под названием ностальгии. Это лопатка в уксусе, как в советское время. Ну, а это овощ. Поэтому, что я хочу вам сказать. Я научу вас жарить шашлыки. Ну, я думаю, что многие так умеют делать. Но я проработал больше 15 лет в сфере именно шашлыков. Поверьте, про шашлыки я знаю все. Вот нет такой вещи, что я не знаю про шашлыки. Я знаю все про шашлыки. Любые виды шашлыка, там майонез, короче, уксус, просто, не знаю, классический какой-то там способ. Какие приправы ложить. Я расскажу вам все, как надо делать. Ну, если вам, конечно, интересно, вы будете подписаны на мой канал, блядь, я не знаю. Ну, там будет видно, короче. Поэтому подписывайтесь. Я думаю, что дальше будет только интереснее. Вот. Сейчас, конечно, я еще не в таком состоянии. Да, единственное, что такое, я вот хочу всех увидеть, что я сегодня в очках. Но это чисто вот фишка моя такая. Именно в очках постоянно. Но шашлык жарится просто шикарно. Просто идеально вообще. Идеальный жар. Я расскажу вам, какой нужно взять уголь. Какое мясо. Где и как. Но все ваши, так сказать, знакомые, все ваши друзья, когда попробуют овощи на углях, для них это будет просто открытие. Просто открытие года. Это один из самых таких моих любимых шашлыков. Именно овощи на углях. Там ничего такого сложного нету, но это самое вкусное, когда ко мне люди, ну, мои друзья приезжают, они просто вот пробуют овощи, они говорят, это нереально вкусно. В данной, ну, на сегодняшний день я использую баклажан, но лучше использовать цукини. Ну, это, ну, мое мнение, как бы, да. Баклажан тоже вообще прям офигенная тема. Ну, лучше цукини. Цукини просто вот. Вот просто вот цукини, короче, это бомба, короче. Паприка, помидорчик и цукини. Цукини это тот же самый кабачок, только маленький, короче. Как-то вот так. Поэтому, поверьте мне, если вы хотите научиться жарить шашлыки. Ну и вообще, в этом что-то понимать. Вы подпишитесь на мой канал. И это будет просто бомба. Ну а также, ну, также я хочу сказать, что я из Латвии. Вот. Из города Риги. И хочу, ну не знаю, это мой, может быть, мое не первое видео на этом канале, но в любом случае, короче. Не знаю. Если вы фанат шашлыков, вам ко мне. Ну, если, конечно, вы фанат, не знаю, машин, не знаю, девчонок, вам на этот канал подписывайтесь. Я буду рассказывать всякие нереальные истории, короче, ну и своей жизни. Вот, наверное, сегодняшний день какую-то надо первую историю рассказать. Даже не знаю. Историй очень много, но расскажу вам такую историю. Ладно. В общем, я очень много лет отработал на шашлыках. Очень долго думал, какой сделать бизнес. Но придумал там кучу всего, там интернет-казино, короче. И все, знаете, что самое интересное, что многие вещи работают. Но шашлыки это вот просто вот прям вот моя вот мечта, короче. Чтобы было вот прям офигенно, короче. Шашлыки были. Чтобы мясо, чтобы люди были довольны. Для меня это вообще очень-очень важно. Поэтому расскажу вам историю. 15 лет, короче, чуть меньше. Я проработал именно в сфере шашлыков. Научился их жарить и дошел до такого состояния, что теперь я жарю просто для людей. Чтобы им вкусно было, чтобы им было приятно, короче. Я долго этого ждал, но наконец поступила вот, одна из моих мечтаний, короче.
пришла вот. Нормальное состояние, короче, вы меня поняли, да? Только надо как-то придумать, как-то видео назвать, шашлыки что ли, или что? Да, что-то какая-то история, конечно, еще получилась. Но, поверь, теперь видосы будут выходить каждый день, ну, может быть, через день. Я, может быть, не смогу каждый день, но как открыть свой бизнес, я буду вам рассказывать. Очень много интересных тем, которые реально рабочие. Также тема с казино, с интернетом, с сайтами, короче. Фейсбуком, Инстаграмом, короче. Ну, я буду все потихоньку рассказывать, так, может быть, по одной теме, короче, за каждое видео. Вот, ну, тема с шашлыками просто бомба, просто огонь, короче. Сидишь, жаришь и ни хрена не делаешь, короче. Как ты это делаешь? Работы, конечно, очень много, очень. Но все на самом деле очень вкусно, просто нереально. Поэтому я хочу вам, ну, многим, кому будет интересно, рассказать вообще, как живется в Латвии. Ну, вообще обо всем. Там даже и политика будет, и все остальное. Вот. Но будет интересно. Вчера снег был, позавчера снег, а сейчас опять дождь начинается. Ёхали. Опять какой-то дождь вообще. Ладно, подписчики, мои будущие, нынешние. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, короче. Я решил рискануть. Поэтому... Давайте посмотрим, что из этого получится. Может быть я не прав, может быть кто-то еще не прав. Но мы попробуем. Ну, шашлыки просто бомба. Просто бомба. Вообще. Охрененно вообще. Все. Всем пока.